Я в шоке. Неужели вы ко мне написали? Мне не верится, что это вы ко мне написали. Настолько безумно приятно, настолько я... У меня клинус... Ну что, ребят, всем привет. Наши гости уже в Москве. Они прилетели с Махачкалы, мы их встретили в аэропорту, заселили в отель, и сейчас идем их встречать. Мы сказали, что типа на такси приедем. Короче, они не знают, что сейчас будет встреча со мной. Вот, я надеюсь, что наши девочки приятно обрадуют. Отдохнули? Привет, Залиночка, это тебе. А это мама. Хотя мама, здравствуйте. Как вы? Отдохнули хотя бы чуть-чуть? Как вы себя чувствуете? Как настроение? Все хорошо у вас? Так, надеюсь, что ты не скажешь, что в жизни страшнее, чем в Инстаграме. Что я отличаюсь там. Я говорю, в какую сторону? Спасибо. Вроде говорят, лучше. Ну, не плачьте, вы что? Почему вы плачете? Подождите, я еще ничего не сделала. Это только... Сторис на случай, когда спрашивают, как происходит подтверждение образцов, да, на будущую нашу косметику. Блин, мы такое для вас готовим, вы офигеете.